Давайте, я уже в отель хочу. Поехали куда-нибудь. Что вы стоите? Погнали. Вы так красиво разговариваете. Короче, поехал я с патрулями. И тут вот, короче, уломил машину. Жалко. Ну, в принципе, тяга. 2.8 турбо. А мы на 4.2 атмосферники едем. Ого. Чувака, ты на заднем приводе едешь. Включи полный. Посмотри, что у тебя с этими с хабами. Включай блокировку заднюю. Проезжай вперед, пусть отлебедится, да. Проезжай вперед, пусть отлебедится, да. Давай следующий. Сейчас мы всех засадим. Доставай поля, вино, водку, шашлык. Мой штурман. Самый лучший штурман на карпатском кордоне. Ты его хрен потеряешь, потому что он желтеньком. Я самый заметный штурман на кордоне. Самый лучший. Коксу слева и давай, погнали. Нет, так вы вперед, пусть подлебедь, нафиг назад лебедится. Пусть вперед лебедятся. Вы его назад будете вытаскивать? Куда? Добре, поехала, Денис. Куда? Вперед.